Акмулинский университет организовал осеннюю образовательную смену для школьников Уфы. Лагерь интенсив дневного пребывания прошел в дни осенних каникул. Участниками смены стали 50 школьников 5-7 классов. Ребята познакомились с университетом, посетили различные занятия по тематическим направлениям. В Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий ребята погрузились в мир робототехники, учились собирать и программировать роботов, а также познакомились с современной лазерной резкой. Я сейчас сделала программу, в которой он будет вот так вертеться, и здесь играет мелодия. Я интересуюсь вообще более творческими и такими более дизайнерскими вещами, но иногда вот такое очень люблю. Сначала 7, 8, раз. Преподаватель кафедры музыкального и хореографического образования Андрей Салмин провел занятия по базовым шагам хип-хопа. Школьники учились чувствовать ритм, импровизировать и выражать свою индивидуальность. Но мне очень нравится вообще сюда приходить и заниматься. Ну, мы рукодельничали. Вот вчера у нас был день технологий по типу информатики. А сегодня вот танцы всякие, ну, искусство. Преподаватель очень веселый, современный, с нами на одной волне. Участники смены познакомились с секретами речевой харизмы и навыками управления голосом благодаря специальным техникам и упражнениям. Ребята учились основам ораторского искусства и как презентовать себя. Узнали, как овладевать своими эмоциями. В Институте педагогики школьники познакомились с техниками и приемами вокала. Это у нас музыкальное занятие. Мы тут занимаемся, поем и танцуем. У меня осенние каникулы проходят супер. Также для ребят прошли спортивные занятия. Особое внимание в смене было уделено выбору будущей профессии учащихся и полезному досугу во время осенних каникул. На протяжении всей смены школьников сопровождали профессиональные вожатые, студенты Акмулинского университета.